Хвойность материалов будет, Саша. Офигеть, монтировать. Всем привет! Это видеоблог, влог номер какой? 7. Чё ты опять такая испуганная? 7. Видеоблог номер 7 или 8? 7. И мы... Я занимался прокрастинацией, да? Так называется? Прокрастинация? Прокрастинация. Прокрастинация. Видите, даже не знаю этого слова, поэтому я им и занимался. Откладывание все на потом. Да. И делал видеовлог в течение 2 месяца. Но. Затем, что я хочу? Я хочу делать ежедневные влоги. Но я не уверен, получится это или нет. Но уже один проект уже делается, и в течение скольких получается? Уже 2 неделя идет. Все, остановись. Так, мы хотели рассказать про Новосибирск. Новосибирск, Новосибирск и новосибирчан. Можно и без них. Мы пошли гулять 1 января. Все еще спали, а мы шли и гоняли по изумрудному городку. Да? Там было весьма весело, Ника была репортером. Ника репортер, это вообще лучшее, что происходило в моей жизни. Это срочные новости! Взяли интервью у мертвого эльфа. Итак, ближе. Мы видим происшествие, происходящее в этом милом городке. Один из эльфов умер. Скорее, оператор! Как вы себя чувствуете? Как мы видим, ему совсем плохо. Внимание, похоже, он умер. Бежали от Лёши. Быстрее, бежим. Бегущий Дед Мороз догоняет нас. Скорее бежим. Мама дает отличное интервью. Вернее, берет, дает. Короче, мама молодец. Женщина, расскажите, да. что вы видели за эти последние моменты? Очень тяжело держать микрофон трясущимися руками, потому что последние 2 дня были... Вы знаете, граждане наполнены такими событиями, просто невероятными. Нет слов. Все великолепно. Друзья мои, с Новым годом вас! И если я ношу кандибобер на голове, это не значит, что я женщина или балерина. Аллах Акбар! Хочу сразу сказать, что мама так делает всегда. Мама всегда как кандибобер, в общем. 2 января мы отправились в центр Новосибирска. На электричке. Я в первый раз в жизни ездил на электричке. Именно поэтому мы решили поехать на электричке. Электрички был полный вагон, и мы стояли в тамбуре. Да, мы доехали стоя, потом встретили Лёшу. Там, значит... С Олей. Лёшу с Олей. Обязательно с Олей. Лёша без Оли не встречаются. В общем, мы дошли до... Это набережная реки Обь. Вот. Речной вокзал. Мы там погуляли немножечко. Я очень сильно хотела кататься с Сашей на колесе обозрения. Я на нем один раз в жизни каталась. Было летом. Было очень круто. А его сейчас переместили. Еще выше. Сейчас будем фотографироваться. Мы поехали на площадь Ленина, на метро, на новосибирском метро я тоже еще не катался. Там так пахнет великолепно. Ника любит нюхать я метро. Я обожаю нюхать метро. Я в метро хожу тупо понюхать метро. Питерское лучше. Так, дальше, значит, ну есть с чем сравнить. Я ездил в Питере. А в Снежинске самое лучшее метро в России. Снежинский метро просто бомбезное. А его отсутствие это лучшее, что может быть в Снежинске. Дальше. Но оно здесь не нужно. На велик сел, доехал за 5 минут до особенно точки, зимой. Из точки А в точку Б. Вот особенно с тем, что снег не чистят. Мы доехали до площади. Там, это же площадь? Да, площадь Ленина. Ребята, здесь так красиво. Сейчас пойдем смотреть на каток в форме письки. Нестандартная погода. Надо летом мне приехать и погулять. Там Лени. Постоянно шел снег. Вот все то время, что мы там были, там, наверное, бесконечно был снег. Танцевали Леша с Олей прямо на площади. Была плохая погода, шел мокрый снег.
И мне не хотелось особо там расхаживать. Мы сели в машину и поехали домой. Вот мы там пару раз ходили на тренировку. Тренироваться там вообще Ему не нравится. Кроссфитом позанимались. Мама, как обычно, приседала, тянула, жала. Мама пауэрлифтер не только в душе, но и в теле. Лёша сделал Оле предложение. Да. И вот в этом вот окошечке вы видите, как он это делает сейчас. Вот он сделал предложение дальше. Я не буду с тобой ничего снимать. Почему? Да я скажу. Давай. Лёша сделал Оле предложение, наконец-таки. Вот. Я очень этому рада. А еще мы смотрели кино везде. Да, везде. Дома смотрели кино, в кино смотрели кино. Мы посмотрели, как этот фильм называется? Вторжение. Вторжение, вторую часть. Или, ну... Первое притяжение, второе вторжение. Притяжение дома посмотрели, а вторжение в кино посмотрели. В офигеннейшем зале в Эдеме, в Академгородке. Там прикольные кресла в вип-зале, они так раздвигаются. Да, там можно ништяковски поспать. Говорится, это красиво жить не запретишь, да? Кино. Ребята, все, отдыхаем. Офигеть. Дальше. Мы играли в приставки. В приставки и в PlayStation, и в VR, PlayStation VR, и в Nintendo Wii. Фигачили в боулинг журавлем, забивали страйки. Это вообще мой метод. Ее метод я украл. Нет, он не украл, я ему сказала, что использую. Просто метод счастливого журавлика. Делаешь журавлик и побеждаешь. Вот. Еще мы съездили к дедушке с бабушкой. Дедушке с бабушкой мы съездили замечательно, великолепно. Да. И очень здорово. Дедушка дал интервью. Но мы полностью интервью вставлять не будем, потому что оно очень длинное. Да. Но мы ключевые фразы обязательно нарезочки. Оставим. Играли там на гитарах, да. На фортепиано. Дедушка у меня очень талантливый. Дед, читай, доктор наук. Доктор наук. Да. Гордость. По математике. Вот. Да. Мы летим к дедушке с бабушкой. Нас, дедули, занесли в почетную книгу почетных ветеранов города. Ух ты! Да. У нас есть соответствующее удостоверение. Да. Знаменитые. Мы в книге почета городского с дедулей. Молодцы какие! А дедуленьку нашего цитируют, да. Все его работы по всему миру, присылают ему такие приглашения. А вот, печатается за границей, на английском языке, в английских журналах. Вот скажи мне, пожалуйста, что бы ты мог передать молодому поколению, какую-нибудь великую мудрость? Самая великая мудрость – это беречь свой талант ежедневными упражнениями в своей деятельности. Без труда ничего не получается, какой бы талантливый человек ни был. А каждый человек, он по-своему талантлив обязательно. Лениться не надо. Надо побольше узнавать. Вот. А голова от этого не распухает. Она наоборот только умнее становится. Мама дала интервью. Тоже. Что уж так. Да. Ника попросила у нее, спросила. Причем мама, когда дает интервью, она тоже превращается в... не в себя, в общем. Она как бы, как это, меняет личность. Ну, хорошо очень. Кратко, лаконично, да, и по делу. Прям даже голос меняется. Какой совет вы бы смогли дать молодому поколению сквозь призму своего опыта жизненного и мудрости? Мечтайте и воплощайте свои мечты в жизнь, причем не лежа на диване, а активными действиями. А еще помните, что мысли, они материальные. Все, что захотите, притянете из космоса. При условии, опять же, не лежания на диване. В общем, будьте активными, будьте здоровыми и будьте счастливыми. Ребята, подписывайтесь на наш канал, нам будет очень приятно. Ставьте обязательно лайки, комментируйте, говорите, что вам нравится во влогах, что не нравится. Для нас критика тоже важна. Спасибо. Обязательно.